Еще один вопрос добавить. Такой вопрос. Вот в интернете, когда люди подписываются, они сразу ищут негатив. Вот, компромат какой-то на компании, да? И вот по интернету гуляет ролик с одним дагестанцем, который начинает говорить, поняли меня, да? Да, все, пишу. Вот как отвечать на этот ролик, и начинают там, говорит, вот... И таких роликов много. Экспертиза, вот он показывает документы, там, то есть. Немного там. Ну, он один гуляет. Ну, это есть. Много там нет. Это дагестанец, заведующий аптекой. И не одной аптекой. Дагестан весь употребляет наш продукт. Обрушился товарооборот в аптеках. Обрушился буквально в Дагестане только 20 с лишним официально работающих команд. Со своим офисами. Только 20 с лишним штук. Весь Дагестан насчитывает, может быть, около миллиона жителей. Ну, в Махачкале 500 тысяч жителей со всеми прилегающими городами. И вы понимаете, весь Дагестан здесь. Все принимают продукт. Получили результаты там, гепатиты, очень сложные, даже онкология, дети, там, глисты и прочее. Все это в видеороликах. Если вы войдете в интернет, на сайт результаты, там столько дагестанских лиц, да, столько роликов, столько результатов. Люди не идут в аптеки. У человека рухнул бизнес, закрылось много аптек. Он что, спасибо скажет EPL? Нет, он нанял человека, этот самый человек не владелец аптек, который говорит, он нанял человека, который, я вчера вам говорила, санэпидемстанции отдал на анализ продукт. Что он может анализ санэпидемстанции показать? Ничего. В таких случаях на этот ролик имейте электронную версию и распечатанную версию независимой экспертизы Российской Академии Наук, РАН, Российской Академии Наук, Института питания, отделения химии, УФМЦ, это уфимское отделение, подписанное научным секретарем Валеевым, научный секретарь Российской Академии Наук, доктор химических наук Валеев. И Спирихин, который это кандидат химических наук, Спирихин, который лично в своей лаборатории делал анализ нашего продукта. Именно в этой независимой экспертизе, вообще это вот такой том графиков исследований, до миллиграмма все исследовано, какое вещество есть в нашем продукте. Но у нас есть электронные версии, выжимки на 5 страницах. Ирин, ты отослала? Ну, есть у них? У Натальи есть наверняка, Наталья Игнатьевна. То, о чем я говорю сейчас. Есть, да? Там официальная подпись, 150 видов, это всего 7 продуктов, 150 видов биофлавоноидов, лечебных частиц, вытяжек, официально, с печатью. Когда люди не поверили напечатанному, начали звонить в этот институт научному секретарю Валееву, Спирихину. Спирихин позвонил Булату Динееву. Почему мы говорим независимая экспертиза? Ее делала не компания. Булат Динеев